Я не знаю, что это за схема, что типа спишь 7 часов и ты высыпаешься. У меня что-то это не работает. Ну, я не 7 спала, а 6,5, но почти. И еле-еле вылезла из кровати. Всем доброе утро. Так, ну что, начинается история моего желтого чемоданчика. Но пока для чего он мне, я вам не могу сказать. Не улетела я никуда. Вы что, подумали, что я улетаю? Нет? Нет. Не улетаю. Куда летать? Некуда лететь. Я смотрю, вам так зашла моя масочка. Это так приятно. Есть просто штрих-код. Вы можете говорить все, что угодно. Личико тоже, видите, немножечко с таким легким фотошопом. И есть сразу с песней. Сейчас я вас проверю на сообразительность. Заходите, смотрите мой последний пост и угадывайте, на что я намекала. А куда я еду и кому? Сейчас увидите. Наконец-то увижу свою кошечку. Девочку мою, которая беременная. Почему у тебя пузыречек красивый? Что? Приехала наконец к нам в гости. Да, вообще-то ты теперь не одна вообще. Ну ты и так не одна, я имею в виду, у тебя тут еще пузожитель какой-то. Спасибо. Там еще не только цветочки. Малинка, голубика. Тебя тоже ждет ежевика, арбузик. Чем больше я приезжаю к своим подружкам за город, тем больше я понимаю, как я хочу дом. Иди сюда. Иди, Кубичу. Это кто такой? Я не могу. Это такой сладкий пёс. Мне говорили, что ты будешь на меня лаять, но ты меня сразу взлюбил, полюбил, да? У нас, смотрите, такое вот местечко для переговоров. Какая красота просто. Чи господи. Сидеть. Бежать. Сидеть. Это я Еве с Челси покажу, как надо делать. Лапу. Сидеть. Че такое? Ему тяжело. Ну это любой просто. Какой он клёвый. Давай. Рядом. Неправильно. Какой? Какая прелесть. Пошли. Да. Да, у нас тут девичьи разговоры. Новая подружка у Нэша. Ты ему явно нравишься. Я нравлюсь. Есть еще порох. Пороховница. Так, ну мы поболтали. Сейчас будем обедать-ужинать на гриле. Наташа, свекровь будет готовить. Я рассказываю, у него пузыречек. Здрасте. Рассказываю, что мы с тобой поболтали, теперь будем обедать. Да. Какая у тебя потрясающая свекровь. Да. Это чудо. Да. А Руслан будет смотреть наши сторис? Конечно. Руслан, ты тоже потрясающий. Давид, ты тоже? Давид! Да. Надо уже нам знакомить наших. Да. Мужчина.